Расследуются обстоятельства трагического происшествия смерти двух малышей 3 и 6 лет в поселке Шиеля. Как мы сообщали ранее, по предварительной версии, дети скончались в результате отравления природным газом. Трагедия произошла утром 11 сентября в 7 часов 15 минут в одном из частных домов по улице Бекижанова в поселке Шиеля. Как стало известно, семья арендовала временку в частном секторе. Рядом с детьми находилась мама, молодая женщина 24 лет, которая одна их воспитывает. Она первые часов 5 почувствовала запах газа и нашла в себе силы позвонить в скорую. К сожалению, дети скончались до приезда врачей. По данному факту возбуждено дело. Создана специальная комиссия по расследованию причин трагедии. Сейчас проводим расследование. Предварительно в системе подачи газа утечки нет. Утечка могла исходить от газ-плиты. Районной полиции проводятся следственные действия.